стоматологии. Опоздала на час. Еще и пьяная. Это жесть просто. На машине приехала, маску забыла. Как обратно поеду, я не знаю. Давай опять еще, упади, все, рассыпься. Включите мобильный телефон, важная информация. Дай-ка водички пивну. О, Wi-Fi пароль какой-то. О, вода ледяная. Сейчас покажу моего врача. Вот. Так, у меня пароль должен сохраниться, вот этот вот. Так, что там время, сколько? 14:42. Мне в 45 назначили. Вообще изначально в 13:30 было. Так, WhatsApp. Блять. А, так, что тут мне Марина написала? Так, о, да пути. Так, у Маринки-то еще мало просмотров. Подожди-ка. Марина, у тебя еще мало просмотров, так что жди. Тебе проверь электронную почту и жди оповещения. Даже не видно, что я пьяная. Да? Ну или может я себе льщу. Да, нет, не видно. Посмотрим, что ВКонтакте пишут. Господи, ВКонтакте уже 10 раз проверяла. Заявки в друзья. Так, кто? Дарья Попова. Добавить. Два письма. Аленький цветочек. Что написала? Совет дня. Так, совет дня. Берите от жизни все и сматывайтесь. О, хорошая идея. Так. Так. Так, что тут Наташа Захаровна написала? Подумали насчет маникюра? А, подумали насчет маникюра. Это та девушка, которая меня на маникюр ждет в этом. Можно и подумать. Здрасте. Можно и подумать, кстати. Я как раз завтра в Екатеринбурге буду. Никакая там пизда от меня не отписалась. А то там так, отправленные заявки. Я ни на кого не подписываю. Подписана быть не собираюсь. Вот, кстати, моя это. Так, ладно. Так, сейчас подожди. О, господи, 24. Самвел поставил лайки. Кто это, блядь, Самвел? Самвел Адамян. Ой, блядь, дети грёбаные одноклассники. Как я их не люблю, а? Так, теперь вы друзья на одноклассниках. Теперь вы друзья. Так, слава богу, никто. Теперь вы друзья. Слава богу, никто не написал. Я перфекционист. Так, Самвел Александра. Так. Блять, 45 оповещений. Сегодня штук 60. О, Юлька Крамина. Лето жгучее, лето страстное, в шерстяных носках. По квартире шастаю, блядь. Я сегодня уже подарков 90 приняла, наверное.
Бесит, блядь, нет, эти одноклассники, я вообще не могу. Блядь, это что такое, сука? Я даже не смотрю. Была бы кнопка «Принять все». Серьезно, я подарка в 90 уже сегодня приняла. У меня друзья, наверное, с ума сойдут, скажут, она что ненормальная? Вагонами принимает подарки. Ну ладно, блядь. Сука, мне одноклассники вообще думают из них удалиться. Так, еще 23. Это невыносимо просто. До такой степени принимаю подарки, что уже вся в поту. Здрасте. А вы Лисицына? Да. Да? Угу. А я тоже. Я не лечу. А я тоже не лечить, не на консультацию. Я вроде бы как в субботу лечить. Бесит, блядь, эти одноклассники. Бесит, просто бесит. Лена, открытка. Так. Ой, ой, прошу прощения. Я уже спрела там стоять. Уже трава колосится, уже срезать надо. Суббота, воскресенье. Вот видите, график работы. Сказали, проходите. Мой доктор там. А запишусь на субботу. Мне медсестра сказала, проходите, ждать здесь. Я прошла. Я вот в декабре там лечу, за той ширмой. Суббота к 13:30. Дали мне талон. Я в туалете. 150 рублей за консультацию еще. Короче, все. Изладила все дела. К 13:30 в субботу приду.